Добрый день! Здравствуйте, дорогие жители города Нарвен и дорогие жители окрестных городов Силамя и Кохтла-Ярлыкеиля. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и со светлым праздником Рождества Христова. Желаю всем счастья, здоровья, успехов и доброго настроения. И позвольте приступить к нашей ежегодной с 2001 года церемонии вручения музыкальных премий имени Архангельска. Напомню, эта музыкальная премия была учреждена Николаем Васильевичем Соловьем, и она предназначена в первую очередь для музыкальных работников, хоровых работников, для тех людей русской культуры, которые берегут ее и передают своим ученикам и воспитанникам. За 2002 год, за 2012 год лауреатом музыкальной премии становится учитель, преподаватель аккордеона и народных инструментов, руководитель оркестра народных инструментов имени Василия Чупина из Силамяйской музыкальной школы Людмила Павловна Ткаченко. Людмила Павловна воспитала и обучила многих юных жителей Силамяя, которые стали музыкантами, которые пошли по творческому пути. И замечательный оркестр, которым она руководит уже многие годы, радует публику не только у нас в Эстонии, но и в других странах. Лауреат музыкальной премии имени Архангельского Ткаченко Людмила Павловна. Коллеги Людмилы Павловны, Галины Ильиничны Кузнецовой, директор музыкальной школы и педагогов.